какая классическая политическая мистификация? Ну, даже не мистификация, но делать нечего. Классическая песня советская «Звейте с кострами». Я в конце ее спою, не всю, а кусочек. А мы подпоем. А вы подпоете, только ты слов не знаешь. Да. Сейчас скажу. А немецкий не знаешь? Нет, а там другие слова будут. Не те, которые ты знаешь. Вначале слова другие. Там другие слова. Всегда будь готов. Радостным шагом, песни веселой, мы выступаем за комсомолом. Близится эра светлых годов. Речь пионера, всегда будь готов. Речь пионера, всегда будь готов. Значит, автор слов, поэт Жаров, автор музыки, пианист там, Кадан Дёскин. Значит, я Фурцева говорю, Крупская, тогда еще Фурцева не было. Значит, в 22-м году она дала социальный заказ для пионеров написать песенку. Ну, им надо было сделать очень быстро. И он, а он вечером был на опере «Фауст» Гуно. А там хор солдат идет. И поет вот эту песню, но чуть-чуть другими интонациями. Но интонация такая, вот это я спою, если можно, да? Фрагмент из оперы «Фауст». «Башни зубцами нам покоритесь, гордые девы, не могу еще, нам улыбнитесь». И все. Ну, то есть совершенно другой текст абсолютно, но песня та самая, они так и пели. И это солдаты поют вот эту штуку. В принципе, если человек не знает, что это та же самая мелодия, он может ее не узнать, потому что она так аранжирована у Фауста, что, в общем-то, сразу не видно. Но когда начинаешь петь, вот видите, вот улыбнись, я не могу поднять, слишком высоко для меня. Вот, это, значит, первое. Но, естественно, этот политический проект, это, в этом ничего плохого нет. А вот в этом уже будет кое-что. Можно прервать? Да, конечно. Но вообще-то Крупская – это у нас. А между своими она была Фишбек. А, ну это да.